Но вот вы сейчас стоите, смотрите, вы делаете какую-то работу над ошибками? Вы понимаете, вот как себя не нужно вести или наоборот, как нужно? Да, я в оранжевом платье точно не выйду. Не выйдешь? Это ведь страшно, ребят. Представьте, вы выходите на эту сцену, а перед вами вот сидит такое профессиональное жюри. Одну какую-то фразу ляпнешь на всю страну. На всю страну, да. Я по себе знаю. Какую-то ляпнул и все. Маме стыдно потом у себя там. Обговорення виступів інших учасників змусили 17-річну Каріну згадати і усі свої недоліки. Я завжди дуже трезво займаюся ситуацією. Простіть, ну, взгляніться на мене, ну, серйозно. Как бы, да, ні фігура, ні красота, ні блещу, как бы. Ну, полненька завжди дуже була. З самого дитинства. Все дитинство, весь двор, то там, толстая, може, там, ще какая-то, да. И всегда было так обидно. Этот проект поможет ей, может быть, доказать самой себе, что она такая же, как все. И даст ей замкнуться в себе. Это очень важно для меня. Я хочу этого телом и душой. Я хочу это, ну, вот всем просто, что вот все мое существо просто вот, просто этого хочет. Здравствуйте. Скажите, Карина, в вашей анкете написано, что вы похудели на 25 килограмм. Да, горжусь этим, так вот. Молодец, молодец. Это подвиг. Спасибо, спасибо. А что вы будете петь? Я буду петь Beyoncé Listen.
Карин, вы знаете, я вам скажу, я не люблю вот такие песни. Вот, вот эти. Я их никогда не слушал. Я эту Бьонсе не люблю. Но вот я смотрю на вас, вы абсолютно мне органичны в этой песне. Вот у меня было ощущение, что вы в этой песне счастливы. Вот у вас какое-то такое исходило приятное ощущение, и я на вашей стороне. Я говорю «да». Спасибо большое. Вы понимаете, я просто вот категорически противник такого вообще подхода к пению, к репертуару и так далее. Просто категорически, понимаете, вот радикальный просто противник. Я бы создал бы отдельный какой-то конкурс, где все наши девочки, желающие вот петь вот такую музыку, пели бы песни Бейонсе. Пели бы, но только я бы в жюри бы не сидел бы ни за что вот в таком конкурсе. Меня это раздражает категорически. Потому что это обезьянничание. Вы кричите. И это даже пением, по большому счету, не называется. Понимаете? Я говорю нет. Спасибо. Я не согласна категорически с Константином. Потому что я точно так же, как и вы, наверное, начинала учиться на песнях Эллы Фицджеральд, Этты Джеймс, потом Бейонсе, я точно так же пела песню «Listen». Это не обезьяничество, нам не на чем больше учиться. Вы ошибаетесь. Нет. А на чем нам учиться здесь? Ну вы точно. Вы мне очень симпатичны. Я не хочу сейчас сдаваться в подробности вашей жизни, хотя я подчеркиваю, что вы сильный духом человек, уважаю вас очень сильно. Спасибо. Я говорю «да». Спасибо. Ты сможешь по-другому себя проявить? Да, я быстро учусь. Смогу. Хорошо, посмотрим. Да. Спасибо большое. Спасибо большое. Куколка наша. Ну, поплакай. Тут тоже слезы счастья. Спасибо тебе большое. Спасибо. До встречи в лагере. Спасибо. До свидания. От ніколи не можна падати духом. Потрібно завжди мати щось у серці, що тебе підтримує. Ні, я жива, я вічно буду жити, бо в серці має те, що не вмирає. Це про неї. Хочете першими дізнатися про ексклюзиви з влаштунками X-Factor? Підписуйтесь на наш YouTube-канал і буде вам щастя!